Сегодня вечером Кесем Султан и повелитель будут ужинать вместе. Я приготовил мясо по-охотничьи. Падишах очень любит. И нам немного оставь. Это чье? Только не тронь. Это Шахзаде Касыму. Бейнам ага. Мелике Хатун сказала, чтобы ты приготовил плов айранши. Кесем Султан не пожелала мяса. А что случилось? Сегодня у нее кружилась голова, тяжелая еда. Ай, Аллах, Аллах, я так долго готовил. Постой, постой. Не иди с пустыми руками. Отнеси это Шахзаде Касыму. Ему захотелось. Ну же. Войди. Вы желали сладкого, Шахзаде? Тебя, кажется, Эланур зовут? Шахзаде. Как такое может быть? Запрещено. А если кто-то увидит? Шахзаде, что теперь будет, если кто-то узнает? Не узнает Эланур. Никто ничего не узнает. Ты будешь молчать. Поняла? Хорошо. А теперь иди.